социальный, он в норме будущего должен быть 1,8. Младенческая смертность составляет 5,6, должна составлять 4,5 промилле. Разрозненность подходов к профилактике у детей и подростков. Мы хотим создать совершенную систему профилактического наблюдения за детьми. Одним из наиболее актуальных вопросов является детская инвалидность. Инвалидность также мы хотим уменьшить этот процент. И низкий авторитет. Мы видели это отдельно. На сегодняшний день у нашего населения создался низкий авторитет медицинских работников. Мы хотим поднять престиж и призвание нашей профессии медицинской. И миссия – это создание качественной, доступной, защищенной, социально-экономической, эффективной медицины в сфере материнства и детства. Я буду останавливаться. Мы не хотели прописывать на самом деле то, что у нас нет сейчас. Мы хотели бы четко остановиться на тех мероприятиях, которые мы должны внедрить, и мы их проработали. Первое – это создание, о чем мы сегодня говорили, и цифрового здравоохранения, единой информационной платформы для всех, для всего медицинского сообщества, а также для пациентов. Это здоровье сберегающие технологии. Это развитие вспомогательных репродуктивных технологий. Это антиабортная кампания. Это программа сохранения репродуктивного здоровья, в том числе мужского. Программа здорового планирования детей. Создание системы открытых роддомов, предоставление права выбора любого сопровождающего при партнерских родах по желанию женщины, популяризация семейных ценностей. Мы хотим, чтобы в школах велись уроки для того, чтобы девочки и женщины вступали в брак и никогда не могли на самом деле сделать аборт. Принятие федерального закона о статусе многодетных семей, то, чего на сегодняшний день нет, но есть высокий запрос. Второе, это очень важная тема, это повышение суммарного коэффициента рождаемости. Мы все понимаем, что суммарный коэффициент рождаемости – это социально-экономический фактор. Он зависит напрямую от очень многих показателей, и в каждом регионе он различный. Но мы хотим создать единую программу, это очень важно, национальной семейной политики, которая обеспечит именно социально-экономическую поддержку и куда будут вписаны все мероприятия. Мы должны будем информировать население о доступности льгот, о социальных льготах, о преимуществах вообще рождения первых и последующих детей, формирование развитой системы услуг по уходу за детьми до 3 лет, формирование системных пособий и выплат, формирование рынка арендного жилья в интересах семьи с детьми, субсидирование и расширение пенсионного обеспечения. И главная миссия – это снятие препятствий на пути семей иметь желаемое количество детей. Третий очень важный блок. Много сегодня сделано, мы идем прекрасными темпами по снижению младенческой смертности, мы сохраняем жизнь этих детей. Но мы должны поддерживать эту систему, сохранять трехуровневую систему, ее эффективность, расширение компетенции перинатальных центров, о чем много говорится, программа профилактики преждевременных родов, развитые сети, структуры генетических центров в регионах, национальные программы по пропаганде грудного вскармливания. Наконец-то мы должны принять изменения Санпина, внести банк грудного молока. И должна быть обязательно компетентный прием между учреждением родовспоможения и педиатрической службой. Четвертый блок – это профилактика. Мы должны расти здоровых детей. И мы должны сформировать трехуровневую эффективную модель за профилактическим наблюдением за детьми в поликлиническом звене. Мы должны сделать так, чтобы не было очередей. Мы должны реализовать умную тарифную политику ОМС, нормирование оказания медицинской помощи, создание специальных программ помощи детям с хроническими заболеваниями. Должна быть новая система профосмотров медицинских, популяризация среди населения здорового образа жизни, ответственность родителей перед своими детьми. До сих пор это еще не обсуждалось, не введено. И также должны быть все-таки расширение полномочий национальных медицинских центров федеральных по профилактике. И миссия – это совершенство медицинских аспектов формирования, укрепления здоровья детей и снижение детской смертности. Мы считаем, что пятый блок – это очень важный блок, это снижение детской инвалидности. И инвалидность, она может прогностически увеличиваться, так как количество детей, мы их спасаем, но тем не менее, соответственно, эти дети могут иметь нарушение в здоровье. И поэтому нам необходимо создание национального научно-практического центра по комплексной медицинской, физической, психолого-педагогической реабилитации детей, основанной на межведомственном и междисциплинарном взаимодействии. Должна быть концепция ранней помощи для детей с групп риска, включение в штат медицинских сотрудников, специалистов психолого-педагогического профиля, уменьшение дефицита кадров, создание регистров детей, нуждающихся в помощи, сохранение компетентов, когда у нас
и развитию паллиативной медицинской помощи, создание межведомственной программы, ведомственной целевой программы, создание национального медицинского исследовательского центра паллиативной помощи с организацией респираторной поддержки. Одна минута. Да. И шестое – это престиж и признание профессии. Мы отдельно выделили этот блок. И мы очень хотим, чтобы все-таки вышел закон об обязательном страховании гражданской ответственности перед пациентом, чтобы были социальные гарантии льготы медицинским работникам, льготные условия кредитования, повышение статуса медицинских работников. Очень важно нормирование нагрузки, внедрение единой системы эффективных контрактов и унифицированный подход к формированию заработной платы. И хотелось бы вам зачитать образ будущего, так как мы сегодня видим. Он не совсем обычный, как у всех у нас, но он, наверное, это от лица молодой семьи. Молодая семья, умеющая двух детей, ожидает третьего ребенка, а все могло быть по-другому. Первая беременность наступила незапланированно. Хотели сделать аборт, но в перинатальном центре прошли консультацию психолога и юриста, акушера-гинеколога. Нам объяснили все возможные последствия, а также проинформировали об имеющих социально-экономических программах и о льготах по поддержке молодой семьи. И мы приняли единственное верное и самое главное решение в жизни, и очень благодарны. Рожали в перинатальном центре, в индивидуальном родильном зале с доулой. Сразу после рождения находились совместно с малышкой, конечно, на грудном вскармливании. Время пролетело стремительно, вот мы уже решили на третьего ребенка. Планирование вновь проходим в перинатальном центре. Бесплатно прошли медико-генетическое обследование в Федеральном научном центре. Дети наблюдаются в поликлинике по месту жительства, запись к врачам доступна в течение 3 дней. И при необходимости проходим обследование в кабинете каталоза. Наличие детей нам не мешает получить образование, строить карьеру, а еще от государства получаем компенсацию за частную няню. Квартиру купили по льготной ипотеке в новостройке. Материальный капитал планируем потратить на образование. Нравится детей. Нравится вам вот этот образ будущего? На всем нашем